На конкурс дети читают стихи. Шкода Анастасия, 13 лет. Город Санкт-Петербург. Вера Инбер. Трамвай идет на фронт. Холодный, цвета стали, суровый горизонт. Трамвай идет к заставе. Трамвай идет на фронт. Фанеры вместо стекол. Но это ничего. И граждане потоком вливаются в него. Немолодой рабочий, он едет на завод, который днем и ночью орудие кует. Старушку убаюкал ритмичный стук колес, а на танкисту внуку достала папирос. Беседуют с сестрою и полковым врачом. Дружинницы, их трое, сидят к плечу плечо. У пояса граната, у пояса наган. Высокий, бородатый, похоже, партизан. Пришел помыться в баньку, побыть с семьей своей. Принес сынишке Саньке немецкий шлем, трофей. И снова в путь дорогу, в дремучие снега, выслеживать берлогу жестокого врага. Огнем своим винтовки вести фашистам счет. Мелькают остановки. Трамвай на фронт идет. Везут домохозяйки нещедрый свой паек. Грудной ребенок в байке откинут уголок. Глядит, ему все ново. Гляди, не забывай крещенье боевого. На фронт идет трамвай. Дитя, твоя квартира в обломках, ты в бою. За обновление мира, за будущность твою.